Привет! Сегодня мы с вами рассмотрим огромный, шикарный дом куклы Барби. Но помогут мне его вам показать и более подробно рассказать никто иной, как принцесса Анна и ее сестренка принцесса Эльза, которых я позаимствовала у нас на студии. Этот шикарный дом двухэтажный. На первом этаже есть гостиная комната с камином, а также кухня. Пройдем на второй этаж по белой длинной лестнице. На втором этаже этого шикарного дома расположились спальня хозяйки, а также ее ванная комната. Но согласитесь, что-то вроде бы как не так. Здесь, в этом доме, хоть и шикарным и красивым, не хватает мебели и обстановки. Поэтому я взяла на нашей студии предметы мебели и быта, чтобы домик заполнить. С мебелью, которую вы можете собрать на нашем сайте, дом будто оживает. В просторной гостиной комнате появился красивый овальный стол, ваза с цветами. Девочки теперь могут присесть и выпить вкусный компот. Кухня была бы не кухня без холодильника, и Эльзе он очень понравился. А Зосоня принцесса Анна по достоинству оценила кровать, которая как раз помещается в этой замечательной спальне, а вид из окна просто изумительный. Ну а светлая ванная комната, в которой стоит такая стильная ванная, понравилась обеим принцессам. На нашем сайте megadiscount.pl вы найдете все эти замечательные наборы, предметы быта, чтобы составить свой домик мечты. Вы сможете сами придумать дизайн и планировку вашего домика. А я прощаюсь с вами. До свидания!